совсем молодым хоуми с моего района. На связи, как обычно, ваш любимый Лизет. Сразу же, как обычно, хотел бы порекомендовать вам такой чудесный промокод на ReventRP, как хэштег Leopard55. Ведь именно только этот промокод при достижении 1, 3 и 5 уровня выдает вам множество чудесных плюшечек. Сейчас у вас на экране будет выявлен победитель на целых 100 рублей. А чтобы тебе так же, как ему, выиграть целую соточку, тебе нужно выполнить всего лишь пару простейших заданий. Первое — это подписаться на мой канал, второе — это поставить лайк под это видео, и третье — оставить просто любой комментарий. А чтобы твой шанс увеличился, тебе нужно написать: чем больше комментариев, тем намного лучше. Кто кушает, желаю вам приятного аппетита и, естественно, приятного вам просмотра. Играю я такой на ТК. Блять! И знаете, резко запахло каким-то местным тащером, который умеет давать фо-хит. Мое читюнье банище. Я его решил телепортировать на проверичку. Ну и в конечном итоге он мне что-то пукнул там. Базарю, мало? Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Говорит, у него, короче, скайп скачать не мочит, его там, блядь, дудосит Донбасс. То у него там, блядь, 32-битная система, то у него, блядь, залупа в жопе. В конечном итоге я ему говорю: ну ты чё, вообще охуел? Чё, ебать, реально меня задолбоёба дырдишь? Он сказал, что у него был только спирт. Ещё, блядь, вы представьте себе, он со мной торговался, блядь, что 6 дней бана много. Ебать, хуин. На первый раз я пощадил его, да. Долбан на 8 дней. А вы еще думали, это конец истории? Да нихуя себе, следующая еще интересней. Ну шо, в первый момент я такой лечу, хочу забанить, хочу. Телепортирую к себе с Викса и Мор. Такой ему говорю: братан, ты, короче, на проверке, ты понимаешь, он пишет: да, давай дискорд, вся хуйня. Я, короче, копирую дискорд, что вы думали? Открываю игру, а у меня хуй! Да, шо вы понимали, у меня крашнула игра. Но я не разочаровался. Перезахожу я, собственно, в игру. Он мне там скинул свой дискордик, я его пишу, вожу уже в свой дискордик. Отправил ему запрос, собственно, в дружу. Жду, знаете, так листаю дискорд, жду его запроса, знаете, так при том усерд. Он стоит в АФК, там, короче, мутит что-то свои делишь. Я, короче, опять сворачиваю дискорд, жду его запросика. Не дождавшись, знаете, его запроса, я разворачиваю игру. И что вы думаете происходит в этот момент? А вы, небось, подумали, он офнулся, да? Да, конечно! Да, блядь, он пошел убивать Рифу на копте, блядь, когда я его проверяю! Он вообще охуел! И знаете, что он сказал в свое оправдание? Бля, ну... Ну, знаете, если так посудить, он поступил довольно-таки гениально. Ну, знаете, гениальность сама собой и губится. Но, естественно, вот что он и получил. А следующий у нас 7 банов с одного кота. Вы просто, да, представьте, на ReventRP 6 или 7 банов за одну теру, что да такое вообще возможно? Да, возможно, и вы это сейчас увидите все на свои глаза. Сейчас у вас, короче, ну, показано, что я тут одного чела посадил. Вот, ну, перед тем, как я тэпну, короче, первого своего умника. Так что сейчас вот, смотрите. Ну шо, а первой моей жертвой стал Кенни. Да, шо вы думаете, вот вы видите, да, справа киллист, блять, а он Кенни, блять, вон убивает лидера Ацтек, который находится вот в топ там 3, короче, типа от крутых игроков у Крукса, типа. И сразу же я ему, после того, как я ему написал: ну, парень, это проверка на софт, ты готов ее пройти? Он сразу пишет: бля, ну, короче, вы понимаете, жизнь у парня пошла по пизде. Он уже, понимаете, там сознается, блять, кается в грехах, говорит: ох, блять, мама, прости, играл с читами, ебать. Говорит, короче, еще молодой играл с обхаком, но, увы, вот и все, проверка, забанил за обхак. Но это еще не все! Телепортирую второго великого кандидата этой державы, блядь. Парень постоял 3 секунды и отправился в кругосветное путешествие, блядь. Я еще даже проверить его не успел, его уже забанили за Silent Aim. Да как так-то? А вы что думаете, это все? Да ни хрена!
Продолжаю я дальше следить за многоуважаемым лидером Рифа, банды Рифа, на этом же копте. И что вы думаете? Мне пишет многоуважаемая администрация нашего проекта: «Саня, проверь этого чела на читы». Я такой: «Чё, блять, у меня ночь, вы серьезно, вы время видели?» У меня, короче, в тот момент было 12 ночи. Я говорю: «Мне все, мне спать, парни, вы шутите, все». Но я, короче, они настояли на своем, и я пошел проверять данного лидера. Далее мы стоим с каким-то администратором вот напротив меня, моим коллегой. И лидер Рифа мне пишет: «Скажите Дискорд». Ну, знаете ли, пишу я многоуважаемому лидеру нашему: «Дискорд». Я не буду фрапс от его лица вставлять. Короче, он там менял ранги в банде и название их и все остальное. И в конечном итоге, что он сделал? Он меня убил и моего коллегу. И все, что мне оставалось сделать, это забанить его до выяснения. Потому что, ну, такую неадекватную обстановочку, блядь, не каждый чел, блядь, будет делать просто так. Впоследствии следующего я открываю конференцию ВКонтакте наших лидеров. Лидер Рифы скидывает у нас скриншоты, как он играет с Субхаком. Пишет у нас: «Пошлите нахуй». И его кикают с конфы и банят на 90 дней впоследствии. В таком итоге. Да, вот такой вот у нас хороший был конец. А кто слушал, молодец.